Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампери, из Финляндии. В 1954 году вот этот Lindex бренд был шведами организован. До сих пор бренд на плаву. Ну и сезон только начинается. И вот вам, будьте любезны, уже скидки. Да, конечно, летнее нужно быстро продать. Вот сейчас было тепло, а если похолодает, кому эти летние платья нужны? Ну, вы же понимаете, все нужно продать быстро. И размеры указаны всегда вот здесь, самый маленький размер extra small и большой размер XL, и я поняла, что все нужно примерять. И когда написано премиум квалитет, лучшее качество, я считаю, что за свои денежки все должно быть хорошего качества. Ну и вот, например, это платье я примеряю в прошлом году, оно у меня есть в обзоре, то есть не все вот то, что вывешено, вот будьте любезны. Ну и я возьму на примерку, вот, например, это платье, если 2XL найду, до модал, такой приятный к телу, голубой цвет, вот маленький рукавок, и всего 20 евриков, недорого. Ну и вот это платье я, конечно, взяла, к платью претензий нету, качество хорошее, но фасон не мой, да, конечно, фигуру на это платье нужно, фигуры у меня нету, и вот мне кажется, что я прямо как обтянулась, опять кожура на колбасе. Ну и мне был оставлен коммент: Оля, зачем вы такое снимаете, такое показываете с вашей нестандартной фигурой. Там тетенька прямо диссертацию защитила. Я ей написала: пожалуйста, снимайте свой контент. Если моя нестандартная фигура вас раздражает, зачем вы смотрите? Конечно, примерки — это увеселительный контент. Посмеялись 10 минут и пошли дальше. Кто, что, чего, куда и так далее. Ну и на ногах у меня очень вот эти мои любимые льняные ботиночки. Здесь пробковая стелька. И, конечно, их можно стирать, это натуральный лен. Я взяла платье 2XL, это у нас Centel, что-то я заплетаться стала, и рассчитана одежда на 4 года, то есть она должна выдерживать 4 года. Вот это тоже для меня была новость, но, с другой стороны, да, конечно, если ты за 59 евро за нормальную цену покупаешь какие-то вещи, никакое не однодневка, скажем так. Ну и вот это платье понравилось мне, это мой любимый вот такой фасон и расцветка, здесь вот два шнурка, хотите завяжите, хотите развяжите, и очень красивый рукав, мне понравился рукав, сейчас, мне кажется, на загар даже можно вот так загнуть, этот шнурок можно заправить под лямку бюстгальтера, чтобы он не выскакивал, и очень красивый рукав, и всегда я задираю этот рукав, пытаюсь загнуть, чтобы действительно понять, будет он давить или нет. Посмотрите, какие богатые и красивые рукава. Платье мое любимой длины, вот прикрывает мои толстенькие коленочки. И у меня одето под платьишко. Я люблю, чтобы вот действительно, если где-то сидишь, видны были кружева, а не голые ноги. Очень красивая эта расцветка. Мне безумно нравится. Но опять, вот всегда нужно выворачивать. Почему я всегда говорю: народ, ничего не покупайте, вот пока вы не вывернули, не посмотрели, из чего пошито. Потому что здесь может быть усадка 3-5%, если сейчас мне в попе вот только-только, и после первой стирки оно подсядет. Претензий к качеству нет. Вот показываю, посмотрите, как красиво сделаны швы, нигде не висят нитки, нигде ничего нет вот такого второго сорта. Я всегда, меня прямо начинает колбасить, когда я вижу, что пошито криво-косо. И шьют в Бангладеш, Бангладеш. Ну, в принципе, в Бангладеше тоже есть заводы. И вот, пожалуйста, видите, 87%, 83% вискозы, полиэстер, и 3-5% усядет. То есть платье мне будет в попе мало. Вот эта фирма Holly White я взяла со скидки, 12 евро этот халат стоил. Очень приятный материал, такой холодящая вискоза. Пуговки красненькие, я красный цвет не люблю, но за 12 евро почему бы не примерить. И вот здесь, пожалуйста, опять же, как говорится, материал. И подсядет 3-5%, это у нас 100% вискоза. Вот такая холодящая вискоза. Да, непонятный оказался фасон. Вот я сверху так примеряю. Посмотрите, хотя к красному я отношусь очень равнодушно.
Ну, вот мне кажется, красное на загар неплохо. И у меня нету сейчас красной помады, у меня обыкновенный блеск. Ну, вот если еще губы намазать. Ну, а с другой стороны, в таком халате только по дому ходить за 12 евро неплохой халат. Хотя я к халатам отношусь очень равнодушно. Но Прайма, народ, вот вы мне скажите, кто у нас портной? Это что такое за Прайма? В пузе мне мал. Ну, длина вроде не такая неплохая. Да, вот это место непонятное, но зато пройма. Сюда поместится еще больше бюст и толстенькие ручки. То есть пройма просто непонятная. Вот с этой стороны, видите, у меня не хватает прямо даже материала. То есть если вот так стоять, будет виден бюстгальтер и все остальное. Ну, вот я сейчас подвязалась под поясок. Вот этот шдудок. Помните, как ослик и шдудок? Ну, честно скажу, не хочу я такой халат даже за 12 евро по дому ходить. Не красит он меня. Вот что-то с проймой они намудрили. Вот этот материал понравился мне, как вот индийский коттон или марлевка, вот такая сжатая. Да, неплохой. XL размер взяла я, 39,99. И опять вот где пошили, это у нас Индия. И здесь вот такая пипеточка, то есть можно пристегнуть, если слишком большое декольте вас раздражает. Кстати, фасончик неплохой, вот неплохой фасончик. Я вот так сейчас переворачиваю на лицо, и я достала из закромов Родины серебряное кольцо с камнями, вот с такими. Покупали вместе с подругой и смеялись, я говорю, ой, на лето вот такое кольцо, даже если где-то оно потеряется, не жалко. Да, иногда бывает, покупаешь вот такое и забываешь, а тут достала, думаю, дай-ка я надену. Какой хороший рукав. Вот рукав люблю я, то есть до локтя, и хорошая длина. Мне кажется, в таком платье даже вот на юг, на завтрак, на обед, на ужин даже можно выйти, почему бы нет. И вот мне кажется, даже как-то и сидит не так плохо. Нужно будет померить. Там еще был черный, но мне кажется, уж черного больно много у меня. Но вот этот желтый пока на загар неплохо. Может быть, даже меньше размер взять. Я взяла XL, но может даже и L-ка будет нормально, потому что, в принципе, здесь вот эта резинка. Ну, а с другой стороны, лучше, чтобы материалу было вот так побольше, не то, что прям в обтягон. И здесь вот эта пипочка, которую можно пристегнуть. Ну, я считаю, платье неплохое. Вот как вам, народ, когда будут скидки, почему бы нет? Я взяла размеры XL. Вот это нравится мне. Мне понравилось. Я обожаю вот такое черно-белое. Неплохое, неплохое. И здесь вот светлые пуговки нашиты. Сейчас нужно будет примерить, как сядет. Да, что ни говори, черно-белое мое. Черно-белое мое. И здесь вот хороший рукав. То есть нету вот никаких резинок или каких-то шлеек, которых мне нужно сразу отпарывать. Они меня раздражают. Ну, вот эти тесемки тоже нужно отрезать. Фасончик вот как доктор прописал. Посмотрите, даже если на купальник накинуть вот такую тряпку, это, мне кажется, тоже хорошо, если на обед куда-то. Здесь вот эти пуговки. Платье, кстати, неплохое, да и в таком можно и по дому ходить. И главное, что не просвечивает, потому что очень пестрое. Но мое разочарование, когда я это платье вывернула, вот опять всегда, как говорится, бывает, что прямо, да, захотелось мне такое платье купить, но, к сожалению, качество, облом Петрович встретил меня у примерочной. Вот, народ, напишите, понравилось вам вот это платье. Мне кажется, это платье самое вот такое, что нужно мне на лето, на, как говорится, на море. Ну, посмотрите, как пошито, то есть криво-косо. Здесь вообще видно, нитка какая-то тянула. Ну и перед пошит вообще. Руки бы оторвать. Вот видите, нитки все вот так висят. Да, конечно, ужас. Здесь тоже вот нитки все сыпятся. То есть, ну, 39,99, мне кажется, дорого. Ему красная цена 10 евро этому платью. И я посмотрела, это у нас коттон 100%. Ну, вроде не подсядет, если в 30 стирать. Но вот то, что материал сыпется вот так. Видите, как плохо пошито. Это, конечно, нет. За нормальную цену такое покупать нельзя. И здесь тоже, видите, все нитки не закреплены. Эти швы, вот дерни за ниточку, и просто дырка будет.
И мне не понравилось, как сделаны рукава. То есть, видите, нитка, видно, тянула, и поэтому рукав вот так тянут. Видите, как это не пряменько. Да, видно, какой-то тоже практикант тут еще шил. Да, вот примерочную нужно нести все, ничего нельзя скупать вот так с кондачка. Дай-ка я сейчас куплю, что дешево. Нет, вы придете домой и вывернете, и обалдеете. А после первой стирки еще может вообще бы пойти все в криво и в крось. Я, конечно, смотрю, что вот премиум качество написано. Ну, я считаю, что вся одежда должна быть премиум качества за твои деньги, если ты открываешь кошель. Да, ничего второго сорта покупать нельзя. Магазин очень приличный, девчонки молодые, показывают, объясняют. Примерочные хорошие, есть куда присесть, есть куда поставить сумочку, как говорится. Все, вот будьте любезны для, как говорится, покупателей. И вот эта Holly White серия, то, что примеряла я халат, ну, неплохая серия, такая более романтичная. У них более романтичные эти фасоны с рюшками и с кружевами. Ну, с другой стороны, почему нет? И джинсы они перевесили теперь вот так. Но я считаю, что здорово. Да, вот это платье может быть даже померить. Ну, вот есть черное, но мне не хочется опять черное. Может быть, действительно прийти померить Элку. Сейчас пройдет 3 недели, начнутся распродажи, и действительно уже все будут продавать, вот как говорится, после Дня Ивана. Очень много льна, очень много на лето, вот такая красота, посмотрите, и беленькая, и синенькая, и в полосочку. И здесь вот такое сочетание трикотажа и ткани, тоже очень миленько смотрится, вот если фигура позволяет, ну просто красота. Да, много красивого, вот про что я всегда говорю, конечно, все нужно нести в примерочную, и размеры гуляют. То есть я в прошлом году купила L-XL, а теперь вот видите, 2XL, может быть, и лучше бы было. Ну и если покупаете купальники и нижнее белье, их, к сожалению, вернуть и обменять нельзя. А так у них есть, как говорится, вот если вы что-то купили и вам не подошло, то, пожалуйста, чек не выбрасывайте. Ну и всегда есть рекламация, если, не дай бог, что-то залиняло, оторвалось и так далее, тоже все это можно вернуть. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере, из Финляндии, из бюджетного магазина Lindex. Пожалуйста, напишите комментарий, если видео понравилось. Пожалуйста, поставьте палец вверх, если видео понравилось. Ну и палец вниз, если видео не понравилось. Ну и, конечно, на канале большой плейлист «Одежда больших размеров». Не хворайте!